Раз пошла такая мода подводить итоги года. Вот и мы не подведем. И сейчас их подведем. Оп. Молодец. Спасибо. Вы сейчас... Вез по сочинской дороге я на Ниве Жака Робби. И желание придираться вдруг прошло у иностранца. Опа. Замечательно. Принял меры я, и снова все в порядке в Пикалево. В этот город без опаски ездит даже Дерипаска. Ну как? По-моему, сжег, Владимир Владимирович. Согласен. Верьте вы или не верьте, каждый день я в интернете. Знаю. Я ведь нет да нет вам пишу «Привет, медведь». Да-да, я помню. Прикольная ссылочка. Спасибо. Молодец. Поздравляю я народ с Новым годом второй год. Знаешь, кое-кто из нас поздравлял их 9 раз. Да, я помню. Опа. Согласен. Северный поток и южный мы построим, когда нужно. И пойдет весь их Набукко, извините, на 3 буквы. Опа. Америка, Европа. Вот так. Согласен. Просим Киев в этот раз оплатить деньгами газ. А не байками-блинами и борзыми ющенками. Совершенно верно. Опа. Хорошо. Как Сбербанк наш не старался, «Опель» так и не продался. И теперь хваленый «Опель» оказаться может... В глубоком кризисе, Владимир Владимирович. Опа. Согласен. Вот когда-то бюрократы жили только на откаты. А теперь, скромнее став, будут жить в других местах. Жестко. Зато справедливо. Опа. Мы еще куплеты спели, но и забывать о деле нам, увы, никак нельзя. С Новым годом вас, друзья! Опа!